А что вы делаете пьяные на рабочем месте? Или вы тут не работаете? А? Женщина. Здравствуйте. А можно узнать, вы трезвая? Ну просто у вас там вышли из реанимации, вышел пьяный человек. Ну нет, это... Просто... Нет, и посторонний человек, парень, пытался войти в реанимацию. Нет, они не посторонние. Нет, они работают здесь, но сегодня... Я понимаю, но у меня вот маму туда привезли, и меня не пускают. А заходит посторонний человек, его туда пускают. Это не посторонний человек, он рабочий здесь. Сколько парню лет, что он здесь работает? 20 лет. 20 лет? Да. Кем он здесь работает? Санитар. А почему он не оформлен? В больнице карантин? Единственное, что не оформлен, я тоже вот полу. Нет, вы в форме, вы еще не готовы. Совсем. Но вот почему так? Ну потому что мы сегодня не работаем. Как нас... сегодня сокращенный рабочий день больницы работает? Вы не поняли меня. Не наша смена. А вы на рабочий? Мы просто пришли отмечать, вот допустим, завтра праздники. Я вот не мы спорю, решили. А вот почему сегодня... пьяная женщина вышла с реанимации? Они просто ходили в туалет туда. Тоже а она, вы в она другом работает... месте не найти нет, туалет? В другом то месте нет. Только а как здесь. Почему? Они работают здесь, они только ну здесь. Вот смотрите, она сейчас нашла место одеться. Здесь они просто одеваются. Это раздевалка ихняя. То есть на рабочем месте да. Можно отмечать пить? Ну, вот я работаю в школе учителем. Вот представьте, ко мне вы придете на урок, а я буду пьяная. Ну нет, вы же все равно уже даже... У нас сегодня не отмечали, нет. У нас корпоративный вечером после работы. Ну вот видите, а у нас, видите, у нас в такое время... Ну у вас, видели, вот сейчас... Да, как все хорошо. Сейчас успокоили, не беспокоились за вашу маму, не беспокоились. Все хорошо.